Якщо ви або ваша дитина під час довгих прогулянок відчуваєте дискомфорт або викривляєте ступні, саме час дізнатись, у чому ж проблема до нашої студії, ми запросили Святослава Лушню, кандидата медичних наук, лікара, ортопеда, травматолога, дуже рада бачити вас у нашій студії, пане Святослав. А, насправді наскільки важливо людині знати, що відбувається з її ступнею, що потрібно знати і на що звертати увагу. Так, действительно, знания вообще необходимы, особенно те, которые касаются здоровья. А здоровье является всегда одним из приоритетов. Например, даже на бытовом таком уровне, вот можно привести пример, когда обращаются к ортопеду пациенты, ну, например, женщина, и у нее есть достаточно выраженная деформация стопы. И вот уже на приеме ортопеда она узнает, что это является следствием такого распространенного состояния, как поперечная плоскостопия с ее следствиями галлюкс валиус. И это состояние оно продолжалось и развивалось на протяжении нескольких десятилетий. И что самое главное, знание, вот как бы смысл в том, что знать, что есть способы остановить или приостановить. Эти вещи существуют. И когда человек узнает об об этом, он всегда если бы я знал То есть так, ми... А як перевірити, що у вас все нормально? Отой, От знаєте, відбиток, коли ми робили, колись ще в дитини нам батьки робили, чи ми заходили до лікаря ортопеда. Він завжди нам казав: поставте, будь ласка, ніжку, чи зробіть там відбиток, і ви побачите реальну картину, що відбувається з вашою ступнею? Дійсно, це один із способів, вот, називається плантографія, тобто отримання відпечатка і на ньому можна вже отримати определенные данные, но очень важно их правильно трактовать, потому что среди этих, скажем, отсутствия плоскостопий, там может быть существовать не менее пяти, а и более разновидностей. То есть, ну это надо, конечно, все-таки ли, до, до, до ликаря, чтобы хотя бы дать трактовку. Ну или, скажем, Поінтересуватися, вот ну є определьний ресурсы, где хоча б можна візуально сравнить рисунок этих відпечатків. А взагалі людині в віці, наприклад, коли нога тільки формується, бажано ходити один раз на рік. До лікаря так перевіряти, а коли вже людина стає дорослою, то ми менше ходимо до лікаря і дуже рідко звертаємо увагу на те, що ж відбувається з нашими ногами. Насправді, як ви фахівець можете рекомендувати, через який проміжок часу краще звернутися. Ну, если классические, как говорится, диспансер, диспансерное наблюдение, оно подразумевает наблюдение хотя бы раз в полгода. Но если человека не беспокоит, то, ну, возможно, раз в год ну, поинтересоваться. Mm -hmm. вот. Но чаще всего вопрос в том, что деформации стопы, которые относятся к статическим деформациям, они по статистике затрагивают практически 70-80% популяции. То есть, Тому э, ми всі знаходимося, скажімо, в групі этого різка, скажемо, дорослі ну, люди хотя... також. Ну я маю на увазі, коли вже сформовано все, все одно людина э, може, якщо, наприклад, вона носить незручні, э, незручне взуття, чи там підбори, наприклад, у жінок, так э, ходить на підборах довгий час, і в неї може все ж бути деформованою. Звісно, э, я от взяв для. иллюстрации вот муляж человеческой пластиковый муляж человеческой стопы Собственно говоря, какие причины лежат в основе формирования этих деформаций? Вот, как говорится, идеальный по своей природе орган, он имеет 28 костей, 32 сустава. Стопа имеет очень мощные возможности для адаптации. Но вся эта ее чудесная природа, она рассчитана для ходьбы по вот естественному грунту, босиком. Скажем, современный человек, он в какой-то степени, в значительной степени лишен этого. Мы ходим по плоской поверхности, мы носим обувь и так далее. Та и боси, навряд ли ходим. Да, да, да. Это очень ограниченное время. Поэтому э, стопа вот, любого человека, она находится, можно сказать, когда стоит просто на полу, она находится в состоянии некого напряжения. Кроме этого, может быть э, определенный генетический фактор. Это факторы внутренней среды. Э, это генетические особенности связочного аппарата. У одних они сильнее, у других они слабее. То есть э, те люди, у которых есть предрасположенность к слабости связочного аппарата, соответственно, в условиях повышенной физической нагрузки, статической нагрузки, стопа начнет постепенно деформироваться поэтому вот обувь если говорить о скажем, ну, женская обувь, да, это очень красивая обувь, украшающая, скажем, женскую ногу, но нужно очень умеренно, умеренно пользоваться. Почему? Потому что, когда каблучок, скажем, 2-3 сантиметра, то нагрузка распределяется между передним и задним отделом стопы равномерно, примерно 50 на 50 или один к одному. Угу. Когда же обувь, имеющая каблук, поднимает стопу выше, то нагрузка переносится на передний отдел и уже соотношение становится 7 к 1 соответственно передний отдел который может и так иметь какие-то ну, вады как говорится связочного аппарата угу. он под действием этой повышенной статической нагрузкой приходящейся на эту зону начинает распластываться. то есть если ходить постоянно это даже ну можно сказать женщина с идеальной генетикой она все равно под действием вот этих повышенных физических факторов она будет постепенно распластывать. а если еще и есть генетические предпосылки Та да, ж ну кат нас не зависить такі фактори, то тот процес многократно ускоряється. Насправді треба слідкувати. Звісно ж, декілька разів на день змінювати висоту ваших підборів. Якщо ви були на високих, то е, треба змінити взуття обов'язково так, і тоді вже буде вам трошки легше вашим ногам. Насправді зараз така мода, що часто бачиш і високу платформу, і платформа може бути висотою навіть там 7 чи 5 сантиметрів. І тут взагалі для молодих людей, які носять модні такі от кросівки, чи там будь-які туфлі, то постає питання: і як обрати ту те взуття, те, що вам потрібно, чи можливо користуватися допоміжними засобами, можливо, є якісь там не знаю засоби, які можуть допомогти вашій стопі не отримувати такого навантаження. Да, действительно, вот вы назвали обувь, там, как говорят, там, лабутены, там, да, то есть это обувь, которая ну, и имеет высоко поднятую каблук, и при этом вот есть понятие рычаг. Рычаг это то, что призвано облегчить поднятию какой-то нагрузки и так далее. Так вот высокий каблук, скажем, экстремально высокий каблук, он работает наоборот, он становится антирычагом. То есть это приспособление, которое перегружает стопу. Соответственно, мы уже первую рекомендацию отметили, что нужно чередовать, вовремя давать отдых и так далее. Вот. Кроме того, ну уже меняется, происходят изменения, какие-то наработки в и в науке, и в целом в цивилизации. Да? То есть это уже, в принципе, как бы э, ну, объективность. То есть современному человеку с, э, с хроническими перегрузками стопы рекомендованы э, специальные э, там, индивидуальные стельки или ну, и, э, и ортопедические стельки. Ну, лучший вариант это индивидуальные ортопедические стельки, которые позволяют отмоделировать, э, по, э, от, отмоделировать нагрузку на стопы таким образом, чтобы равномерно распределять. То есть убирать часть статической... Розпреділення э, нагрузки в таких случаях може з э, 2, в 3 до 5 раз уменшити давлення. А, а скажіть, чи це буде працювати, якщо людина здорова, але просто носить таке взуття? Тобто, це не, не лише для тих, у кого є вже проблеми, так? підходить такі стельки? А, Да, мы вот с вами отметили, что статистика говорит, что статические деформации встречаются до 70-80%. То есть это, это большая часть людей. Многие из них, корица, сталкиваются, ну, может быть, не в раннем возрасте. Кто-то это гораздо позже. Но, в принципе, до вот 80% людей сталкиваются с этой проблемой. И поэтому, как профилактика, она ну, рекомендована ну, действительно многим людям. Но особенно, в первую очередь, тем, кто испытывает давление, тех, кто испытывает в смысле ну, боль дискомфорт в области стоп имеет внешние проявления там распластывание стопы. да mm -hmm. это это факторы которые будут у взрослого человека со сформованной стопой сформировавшейся стопой остановить или приостановить деформацию потому что к сожалению вот статическая деформация она может прогрессировать всю жизнь сама природа этой патологии статическая mm -hmm. она подчеркивает что статическая это означает что имеется, э, имеется дело с э, повышенной нагрузкой. э, таким образом, закони физики говорять о том, чтобы нужно нужна штота в фізичському А, Насправді, ортопедичне взуття завжди вважали, що воно ну просто надзвичайно незручне. І для того, щоб його носити, то потрібно просто перетерпіти цей період, поки у вас вирівняється усе, все стане на свої місця, і а, ви не можете носити м'якеньке взуття, не можете носити його нижчим. Треба тримати вище, так, тримати. Жорсткість, жорстку поверхню, тобто насправді дуже багато таких нюансів, які викликали у людини ну відразу, навіть і не хотілося носити це взуття. Чи зараз змінилося щось? Ну, безусловно, вот такие проявления, как ну, небольшой дискомфорт, он может быть, на, особенно на начальном этапе. И вот если, скажем, ну, установили пломбу, вот такой пример, там, поставили пломбу или одели коронку, человек какое-то время все равно как бы чувствуется. То есть вот этот дискомфорт, он больше как связан именно с адаптацией, с привыканием. В, когда все сделано ну, по правилам, подобрано правильно или там сформована стелька хорошо, то эти адаптации она происходит достаточно быстро и наоборот тут вот как раз когда ну, если мы говорим о детях повышенное давление ну, повышенный дискомфорт в обуви то чаще всего это в тех случаях когда ножки имеют выраженную деформацию соответственно как бы сопротивление вот правильному ну, так, установке на больше да. поэтому зв... именно вот та группа детей которые не хотят оно им особенно показано то есть ну треба с детьми справедливо ревать І е, намагатися їх е, так налаштовувати, щоб вони розуміли, що це необхідність, треба це зробити, і якийсь час і правда буде дискомфорт, але потім все буде краще, все буде добре, і е, вже ваші е, ніжки будуть на місці, так як то кажуть, mm. на, насправді зараз люди багато ходять більше ніж раніше, бо от е, в період карантину менше ходить транспорт, так і може е, люди виходять на вулицю пройтись трошки. Так б ви рекомендували для таких походів? Що можно придумать, еще можно зараз сделать из тех засоби, є у вас в дома, если даже не возможности прийти до лікаря? Общий комплекс мероприятий, таких достаточно простых, беспокоится, позаботиться о улучшении кровоснабжения стоп, то есть это самомассаж, это ванночки, это упражнения, направленные на укрепление мышечно-связочного аппарата стопы подбирать, ну, если мы говорим о прогулках, соответствующую обувь, то есть, чтобы она позволяла длительное время находиться на, на, на ногах. Ну і звісно, от, приспособлення індивідуальні стільки встановлені в обувь, вони теж в значительному степені усилюють цей ефект от, розгрузки профілактики, який ми говоримо. Так ну насправді дуже багато є зараз взуття, яке можна для себе обрати. Просто треба розуміти, що є якісь правила. Ну, наприклад, не обирати взуття, яке вже наприклад, широке буде для вас або великим буде. Так не треба дивитися розмір, щоб був ваш. Так? Наскільки на яку довжину воно повинно бути трошечки довшим? От розкажіть, будь ласка, ті елементарні правила, за якими потрібно і важливо обирати взуття для себе? как говорят шведы, все должно быть лагом, то есть ни много, ни мало, то есть должно в самый раз, то есть ну, должно быть не давить и не должно быть слишком большое. То есть ну, субъективно человек он может ощущать, удобно ему или нет, но если это какие-то цифры, то, наверное, зазор там, ну, должен быть ну, миллиметров 6, наверное, Ну, це очень, дуже очень субъективно, ну какой-то небольшой зазор. Тобто ні много, не мало, тобто угу. обувь должна бути удобно. Так ну насправді ми, наприклад, обрали вже для себе зручне взуття, і ми розуміємо, що ми можемо ходити в ньому так, але а, в якомусь світі можуть бути проблеми. Ну, наприклад, там виростає кістка, і дуже часто зустрічаються такі проблеми, а, які а, люди помічають і не знають одразу, що з ними робити. Зараз в інтернеті дуже багато. То є а, різних там правил, рекомендацій, як е, покращити свій стан, чи варто їм довіряти? Чи можливо одразу розкажіть, будь ласка, чи можна, наприклад, звичайними вправами вирівняти е, те, що сталося вже з вами, так поставити на місце, як то кажуть, е, чи е, варто довіряти тому, що говорять десь в мережі? Так, а, да а, от інформація. Е, отличается от знаний тем, что информация — это все, все те данные, которые нас окружают, мы черпаем с разных источников. Знание — это процесс в основном, передачи информации, ну, скажем, от человека, компетента в определенном вопросе, другому человеку, то есть от человека к человеку. Так вот, скажем, в современной ортопедии в отношении деформации существуют определенные ну, взгляды, что если деформация сформирована, ее можно остановить или приостановить. И в выраженных, выраженных случаях ее можно скорректировать хирургическим способом. Поэтому смысл профилактики начинать именно на самых ранних стадиях, чтобы остановить ее, как бы не дать возможности реализоваться этой деформации. И вот среди этих способов но, собственно говоря, они основаны на биомеханике. Это нужно убрать лишнюю нагрузку. Это делают стельки. Это укрепить слабые связки и мышцы. Это все то, что будет разгружать и все то, что будет активировать мышцы и связки. То есть есть пассивная коррекция. Это вот ортопедические средства, которые, ну, угу. воспринимаются стельки, обувь и так далее. Вот и активная коррекция. Это все то, что направлено на укрепление, активацию, улучшение краснобжения связок мышц то есть массаж миостимуляции всевозможные там электромиостимуляция и например кинезиотейпинг и естественно упражнения вот сейчас ну, лечебную гимнастику такой появился новый как бы тренд ну ее называют кинезиотерапия да вот кинезиотерапия то есть грамотно адаптированное ну, упражнение под определенные группы мышц если формируется Косточка это ну не просто некий некий, скажем, нарост, то есть это процесс распластания арки поперечного свода стопа, вот в переднем отделе веерообразно расширяется. Удерживающая сила вот этих плюсневых костей это связки и ее можно представить для ну схематичности форме резинки, пока она прочная, пока она сильная, она сопротивляется, она удерживает. Но если со временем резиночка это растянулась, она уже не может держать то, что она должна держать, то есть если стопа расширилась, то есть угу. это значит что связка уже растянута и э, ее как бы ну вернуть назад можно хирургическим способом, а вот упражнение действительно применяет э, укрепление мышцы переднего отдела стопы, они косвенно, то есть если это более сильные мышцы, то есть они косвенно удерживают и связки, то есть мы можем предотвратить, но если связка, связка отпустила стопа передняя отдел, ну, передняя плюсневая кости она ушла в сторону, то есть образуется вот эта вот косточка, так. и, ну, к сожалению, да, больше ну, а в, в сети, конечно, чу делаются чудеса, там, ну, в плане того, что, ну, как растянутая связка, ты ее, ну, вот... Так, але ж, якщо ми будемо все робити правильно, ми звернемось до лікаря і будемо робити спеціальні вправи, то ми покращимо свій стан yeah, в будь-якому yeah. випадку. Yeah. Так yeah. навіть якщо yeah. буде показано хірургічне втручання, то все одно це буде як допоміжним засобом. Звичайно, від цього краще не відмовлятися і робити все, що потрібно, що можливо, для того, щоб вирівняти ситуацію. Наостанок, хочеться yeah. почути від вас ті рекомендації, які зараз усім необхідні, тому що скоро літо так. Весна ще така, от вона тепла, але ж буде ще тепліше. І люди часто зіштовхуються з проблемами з взуттям, пов'язані з своїми ногами. Так багато людей ходять, кудись їдуть, відпочивають і хочуть так зробити, щоб їхні ноги були в гарному, здоровому стані. Ну, тут... рекомендации имеют общий характер. Вот все, что соответствует понятию здорового образ жизни, оно будет полезно и для стоп. Например, если человек следит за своим весом, а для этого необходимо ну, как бы правильно питаться, разнообразная здоровая пища, то есть выполнять физические упражнения для того, чтобы избегать избыточной массы тела. То есть избыточная масса тела – это повышенная, фактор повышенной нагрузки на стопы. То есть это выполнение вот этих вещей, это один из факторов. Ну, регулярное, регулярное укрепление мышечно-связочного аппарата. То есть, в отличие от просто, вот, скажем, общеукрепляющей гимнастики, желательно добавлять вот, ну, профилактика слабых мест. Если ну, у каждого человека, возможно, есть какие-то слабые зоны. Вот. И понимая, осознавая эти вещи, можно целенаправленно работать с теми или иными связками. Вот как в случае, например, если мы говорим о косточки или голексвалгус, да, это тренировки мышц переднего отдела стопы. Или же вот распространенное состояние, вальгусная, деформации, деформация, когда mm -hmm. стопа завалена. То есть есть мышцы, которые, они даже находятся не в стопе, это мышцы, которые находятся в голени. То есть есть определенные группы мышц, там передние и задние большеберцовые мышцы. Вот, когда они становятся более сильными, они могут, имеют возможность подтягивать, удерживать стопу в правильном положении. Я навичула, что змінюється Розмір ноги, тобто, якщо людина починає робити вправи, то е, і розмір ноги трошки стає меншим. Це насправді да, дуже по добре мышці. Так, і буває навіть в такому дорослому віці, коли вже людина сформована. Безусловно, я вам дуже дякую, пане Святославу, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дуже багато чого розповіли, показали на прикладі. І ну, треба просто вже слідкувати за собою, робити усе можливе, аби е, справді нічого нам не заважало, щоб ми були здоровими і довгий час могли ходити пішки туди, куди нам захочеться. Дуже дякую вам. Дуже ми дякую. зустрінемось з вами за декілька хвилин.